Всем привет! Сегодня хорошая погодка. Солнечно. У нас что, понедельник? Проснулась и вижу сообщение. Проснулась в 3:15 дня, потому что после ночной смены вижу сообщение, что мне пишет, мой друг говорит, хочет снять квартиру, ты ему не отвечаешь после полудня. Я такая думаю, что происходит, я сплю. Короче, это мужчина, который у нас новая заправка в городе делается. И он снимал у меня квартиру, не знаю сколько, 4 ночи. 4 ночи, это что он хотел еще вернуться, кепки свои забыл. В общем, его сотрудник написал мне, хотел снять апартмент однокомнатный мой Airbnb. Я сразу ответила, говорю, извиняюсь, я спала. Надо было мне поехать. Включить отопление. Мы выключили отопление, открыла ему дверь, все такое. В общем, дала инструкцию. Все, еду на почту. В субботу мы где-то все катались, или не, в пятницу, наверное. В пятницу мы все катались где-то. И вот почтальон цепляет такую бумажку на дверь и пишет: а мы вас пропустили, вы пропустили конверт, вы пропустили письмо. Мой брат выслал документы, там с Калифорнии. Говорит, вы пропустили. Большой конверт. Я говорю, что ты большой конверт не могли всунуть в этот? В почту. А брат говорит, я с росписью заказал. Сигнача, надо расписаться. Муж должен был в субботу поехать, но в субботу у нас почта не работает. В некоторых городах работает в субботу, хотя бы там полдня. У нас не работает. Я не знаю, показывала ли я вам нашу почту когда-то. Я сейчас еще раз покажу. Вот, люди купили матрас в этом магазине у нас. Это секонд-хенд. Но она решила продавать матрасы. Бывает, срочный матрас нужен. Вот, пожалуйста, занято. Впереди припаркуюсь. И очень удобно. В принципе, и цена тоже. Ну, цена, конечно, на $100 дороже, чем в городе. Ну, нормально. Как говорится, можно купить. Терпимо. Так, вот сдаем назад аккуратненько. Сегодня погода вообще шепчет. Вот церковь тут такая впереди. Пошлите вовнутрь на почту. Я уже мою почту, нашу почту не раз показывала в видео. Вот оно, такое красивое здание. Намного красивее, чем бывают почты в Америке. В других местах. Добро пожаловать. Кнопочка, если ты инвалид, можно открыть. О, пришла. А бумажку-то не взяла? Деловая. Назад. Есть вот такая вот. Вот есть ступеньки, а если такой рэмп, спускаться, если ты на коляске, или ты на ступеньках, у тебя колени не сгинаются, то очень удобно. Была в Сакраменто, всегда мечтала на почте работать. Такие ящички. Так что National Fire Digit Zip Code. Пост офис директора, это какая-то книжка. А, улица, о, смотри, Риверсайд, Калифорния начинается. Риверсайд, Калифорния, это можно найти. Ого, Аризона. Бейкерсвилл, ABC. Мои в Калифорнии живут на Кей. Кармайкл. CA. Это надо найти CA. И тогда... А, CA, какая улица? И... PQRS. И потом уже даже по этой улице будет писаться, какой zip code.
Очень интересно. Такой книжки я не видела. В новых почтах нет. Это у нас такой раритет. Местная такая газетка у нас с рекламой. Кто-то собаку нашел. Кстати, вот этот мотоцикл. Армянская сел пишется. Мы ехали, помните, видео делала. Сюрприз сестре, ему муж говорит, русский. Я говорю, где русский? Мужчина ехал полностью в камуфляже на таком мотоцикле. Вот просто забрала конвертик, написала имя, фамилию, расписалась. Да. Заказное письмо, значит, отправили. Надо было расписаться. Цветочек с дня рождения остался. Поехали в магазин продуктовый. Вот наш магазин местный Хави. Мне так нравится, что тут эти... Что тут тыквочки есть, но они, правда, дорогие есть. Это что, Jumbo Mom? А, Jumbo Mom — это цветы, $45. Вот этот вот огромный букет, $45. А тыквы вот эти по $8. Гриль еще продается. Маленькие букеты, $5.99. Тоже вот кабакоподобные. Есть выбор, большие тачки, маленькие тачки, но я верю, что есть такой бизнес-ход, который они берут, убирают маленькие тачки, оставляют только большие. Когда большая тачка, тогда человек больше скупляет. Возьму мандаринки. Почем они? $5.99. На работу надо заходить. О, есть крупные мандаринки, есть мелкие. Я крупные возьму. Одну домой, одну на работу. Тут фрукты, как всегда. Я даже не знаю, что мне купить. Если такие дети кричат без причины. Салаты. Может, брокколи взять домой. Муж мой любит брокколи. Кстати, говорят, брокколи очень-очень-очень полезны. Соки. Не завозят больше фирму сока, которую я люблю. Маффины положили в холодильник. Я не знаю, портятся они или что. Салями. Можно купить на бутерброд домой салями. Сыр. Тут выпечка всякая. На работу такого купить. Вот эти печеньки брауни можно шоколадные купить. Надо быстрее уже педали крутить, потому что на работу не опоздать. Специи. Бывают распродажи, что-то сейлы, лаки какие-то. Свинина, тут это хорошая свинина или на костре, или на сковородке пожарить.
всякие тут разные. £7.99, 13.58 ribs, ребра. Я думаю, может быть, взять вот эти вот, они вкусные. Их и на сковородку можно кинуть. Мой муж достаточно самостоятельный, он сам может себе приготовить, если жена спит. О, опять завезли индюшиные ножки. Ну что же они так дорого стоят? Возьму. О, чуть не забыла. Молоко купить надо. Индюшиная ножка тоже очень хорошо. На бутерброд положил и все. И уже наелся. О, кстати, хлеба надо купить. Надо молока купить сперва. Сыры. Какие хочешь и не хочешь. Так, мой муж любит обезжиренное молоко. Я стараюсь найти самое позже срок годности, чтобы дольше додержалось. Всякие хлебушки. Хлебушка, тесто, йогурты. Крабовые палочки, булочки, сыр, хэм, бекон. Хорошо, яйца не надо покупать, яйца свои. Конфеты хочу, не хочу. Бери, не хочу, называется. Это все на день этого. Хотела сказать на день благодарения, но нет, Хэллоуина. Мороженое. У меня есть сотрудники, которые любят мороженое. Они вчера угощали, а я сегодня возьму мороженое угостить тоже. А, хлебушек-то. Видите, сколько конфет? Это люди запасаются конфетами, потом, когда дети ходят в этих ужастиках, костюмах, они им дают конфеты. В общем, в магазине все есть. Только денег надо. Только деньги нужны. Тут тоже хлебушек. Я беру в основном хлеб одного сорта, который более-менее мне нравится по вкусу. Вот возьму. Вот Farmhouse Hearty White. Вот такой хлебушек. Батончики разные. Варенье, пенобаттеры. Кто опять скажет, быстро водишь камеры? Я извиняюсь. Ну, продукты обычные. Хлопья. И идем на кассу. Я люблю кассу самообслуживания. Расплатился и все. Я буду расплачиваться половина кэшем, половина карточкой. Вот. Можно. Видите, как мигает на камере. Так живую оно не мигает, а на камеру показывает, что мигает. Мороженое 7.69. Покажу вам, почем цены у нас. Свинина. 13.99. Хлеб этот не из дешевых. 4.99.
молоко. 5,29. Брокколи уже порезанные, готовые. 2,99. Ну, сырые я имею в виду. Не то, что там вареные. 5,99 мандарины. И эти мандарины тоже будут стоить 5,99. Они не по весу. 17,56, две ножки. Ну, там можно пообрезать, но очень тяжело. Надо этот, как называется? Потом обрезаешь косточку. 4,99, пачечка салями. Это домой. И печенька на работу. 5,99. Итого 75,47. Итак, вы со мной побыли в магазине, я уже прилетела домой. Смотри на этих. Ой, ой. Вот это выжимает сетку так. Что? А то зерно подбирать слабо? Ко-ко-ко. Сейчас я вас покормлю. Сейчас я посмотрю, что вы мне там нанесли. Приятная такая погода, ветерок, но не холодно. О, добро пожаловать, welcome. Seedless фарма. Мой муж так назвал. Ты скажи, берут мне, разгребают вот это. Ставлю ящик, потому что темновато. Берут мне, разгребают это сено здесь. Теперь мне надо щупать, что они тут мне нанесли. Вот одно яйцо. Ну ты скажи. Я вчера зашла, я думаю, как я еще на яйцо не наступила. На полу лежало яйцо. Вот куры, надо им грестись. Надо им грестись, потому что им плохо станет, наверное. Так, 3, 4. Ой, плохо видно. Видите, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Там уже 7, 8, 9. Тут я сыплю стружку. Так, эти яйца уже крупнее. Уже обычного размера. То были у меня мельче яйца, сейчас уже. Что я сказала? 9, да? 10, 11, 12. Угу. Все в карманы ложу. 12. Ой. 13, 14. Так, Таня, у тебя уже с кармана выпадает. Смотрите, не верю своим глазам. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. О, какое коричневое, как крашеное. 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Упало. Я сейчас его выпью. 17 яиц. Либо курка 1-2 раза снеслась, либо кто-то из молодых уже начал нестись. Я не могу понять. Это уже, кстати, второй раз так. 17, или, по-моему, даже позавчера было 18 яиц. Это вообще чудо. Неужели молодые несутся? Или кто-то может... Я же каждый день яйца выбираю. У меня 16 несушек. Каждый день они несут по яйцу. 16, тут 17. В общем, спасибо за просмотр. Очень приятно. Спешу на работу. До новых встреч. Пока-пока.